Значит так, Валера, слушай. Вот тут, на самом хребте, духи в кишлаке плотно засели. Вцепились как клещ в эту высотку. У них там и ДШК, и ЗУ, и даже реактивные минометы имеются. Технику и артиллерию нам туда не подтянуть. Уж очень положение неудобное. Так что нужно обработать участок как следует. Будь осторожен. Блин, вы хотя бы на свою базу подтянули, что ли, ё-моё. Все понял, товарищ капитан. Так, всех приветствую. Продолжение прохождения кампании Афган. Ну, я пытался проходить эту миссию, но в общем-то очень сложно ее будет пройти. Так, нам нужно будет, по идее, уничтожить 5 точек, разнести их, уничтожить, сжечь. В общем, такое, ну, вроде, да, нормальная, в принципе, миссия. Такая ОФП, такая суицидальная по стандарту. Мне нравятся суицидальные миссии. Прям, что вообще хардкор. И на Грече. Мы играем за Валерия Крушинина. Валера. Ну что ж, давайте. Вези меня, браток. Как обычно, вылет срочный. Знать, прижали наших точно. Мы летаем денно-ночь, но на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке. Задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся, иначе там хорошая песня. Запускаюсь без газовки. Техник в старенькой спецовке хлопнет борт по законцовке. Два грача идут на взлет. Да, чувак, тоже нравится. Улыбочка какая. Надо быть всегда на страже. Между гор и скал виражем. Эй, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка. Осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки. Ну, ведомый, не зевай. Спасибо, браток. Эй, внизу, держись, пехота. Начинается работа. Справа 30 пулеметы. Мне так, ну, орёт. В общем-то, бросаю фабы, и на вывод все хорошо, но есть кое-какие. Во-первых, это хрень, она просто так стоит. Во-вторых, мне какой-нибудь автомат бы достать, что ли? Паутина, маневрирую активно. Живописная картина, как Саврасова грачи прилетели. Выручаем, да, с огоньком нас здесь встречают. Вновь земля не отвечает. Да-да-да. Ну, разве это а, молчи? Это ты? Я кручусь и так. Кубыркаюсь, в сотый раз я зарекаюсь. По прилету увольняюсь, чтоб не... Потому что автомат... Пистолет хотя бы, автомат. Потому что я проходил эту миссию и... Там нужен был пистолет или автомат, а его не было. Грач, бедняга, изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, я живой, хоть попадают под глаза. Ну я не могу сюда сесть. И не скрыться от шары. Горячо, они просто okay. Я просто не хочу, я не хочу. Попробую марку под свинцовым кипятком ВПУ, как пушка. Ладно, не буду фигней страдать. Болтанка. Я как мышь в консервной банке, по которой молотком. Да. Действительно, мы сейчас будем как мышь прям в консервной банке. Мы даже будем как... Как Валера в консервной банке мы будем. Из расходован БК, имитирую атаки.
выходить, да. Пора из драки. Не знаю, как последний путь просто провожаем нашего героя. Мне по коже, как морозом, грачу стало клюнул носом. Значит, весь я по вопросам. Самолет мой просто хлам. Но живая машина дышит, словно держит что-то свыше. И в наушниках я слышу летуны. Спасибо. Давайте. Вам. Ах ты, блин, такая дергается, тут все очень сложно будет управлять. Но я постараюсь. Улетели, убрали шасси. Так, сразу чуть повыше возьму. Так, так, как всегда. Здесь всегда лаг такой. Мне кажется, это специально делается. Блин. Ну, вы, конечно, плохо подумали, потому что... Так, сейчас я хочу подобрать дистанцию. Думаю, такая нормальная, потому что у меня тормозит. Так, выше. Не нужно выше. Мы будем... с высока их бомбить. Отлично. Так, хорошо. Не-не-не. Так, у нас есть такой пулемет. Это, я так понимаю, сбрасываем бомбы. Это какие-то самонаводящиеся, это обычные. И еще две самонаводящиеся. Очень много у нас добра. Так, я начинаю чуть вниз. Так, я тут сразу же. Ну это самая легкая такая. Это еще цветочки вообще-то. Сейчас мы уничтожим все эти точки. Как всегда, наши любимые звуки. Так, карта, карта. Так, и отмечается все, что мы попадаем. Так что... Блин. Все-таки ракеты. Ракеты очень опасные в этом. Блин! Не то я использовал. Не, ну тут, конечно, без вариантов, тут нужно все заново. Блин. Да. Не получилось, ну, ничего не страшно. Попытка не пытка. Давайте еще разок.
Прямое попадание. Блин, я падаю. А, нет, меня просто убили. Я думал, я просто управление потерял. Да блин, вот вечно заносит. Так, ну тут круги будем, конечно, делать. По-другому. Вот. Я вообще их не вижу на самом деле. Ой-ой-ой. Хм. Да. Это веселуха, да? Ну что ж, попал. Опять карту забыл передвинуть. Прямое попадание, классно. С первого раза. Круг нужно сделать, вот что. Так, здесь, кстати, баги у нас тут. Ух, как хорошо. У меня еще сохранение есть. Так, следующая контрольная точка, значит. Это уничтожить конвой. Ух ты ж. Блин, все-таки. Нужно как-то сразу их уничтожить, вот прям. Сразу. Уж музычки. Это вот это, что ли?
Да. Атаку закончил. Белый, оставайтесь все. Остаюсь. Никуда не улетаю. Хотя лечу. Первый. Разведчик заметил 3 вертолета в соседней долине. Идут с пакистанской стороны. Похоже, десант. Уничтожьте противника. Понял. Следующая контрольная точка. Что ж, теперь нас просит уничтожить вертолеты. Пойдемте уничтожим. Так, ну автосохранение это не поможет. Так, сервятники. Ух ты, как я низко-то пролетел-то. Опасно это было. Блин, ну... И вот тут нужно сразу их просто... Все. Просто сразу уничтожать это все дело. Атаковать червятников! Понял, атакую! Вот так сразу, даже не взлетая, даже не пытаясь. Блин, один взлетел. Отлично. Сейчас только с истребителями еще разберусь, и классно. У меня есть ракеты, надеюсь. Хоть что-нибудь из них-то будет. Да, смотрите, пометилось. Давайте наведемся на него. Ох ты ж, ё-моё. Быстро-то как, главное, да? Ох, ё-моё. Не зря же я сэкономил эти ракеты. Все. Но все-таки уничтожить вертолет из десанта у меня до сих пор осталось. Где я? Что ж, осталось только вертолет с десантом уничтожить. Только вот они уничтожены, а ничего не засчитывается. Значит, кто-то жив один. Эль Классико. Нет. Задачу выполнил. Вокруг тебя чисто. Первый. Задание выполнено. Возвратиться домой. Есть возвращаться на базу. Выполняю.
Да, наконец-то домой. Ну, я так ускорю, потому что думаю. И так все понимаешь, что нужно. Ах ты ж. Хат! Я горю, прыгаю! Ух ты, ничего себе. Ну ё-моё, не дали нам спокойно вернуться на базу. Ух ты, вот теперь у нас автомат как раз появился. Так, и что же нам тут нужно будет сделать? Покупаться? Да, у меня тоже что-то горло пересохло. Что будет водичку пить? Кстати, дошел до вот этой вот катсцены, но автомата у меня не оказалось. Ну это, блин, вот это хардкор, это просто хардкор. Ну что ж, вариантов нет, садимся за камень, убиваем их всех. Били. Блин, жаль, потому что что-то не знаю, как-то разучился стрелять, что ли. Ой, как я так оказался. Блин, один патрон, ну ты, блин, молодец, конечно. Ой. Может мне просто сесть? Да! Опять, ну, ах ты гад, гад, просто, ой, 1 против 12, это, конечно, здорово. Так, сейчас этого хата убью только. Этого. Да ё-моё, ах ты! Да не задрали уже с одного патрона убивать! Эх ты ж... Ну, спасибо вам большое, блин, спасибо. За то, что такая хрень происходит.
Я не могу попасть. Ну это просто... Это на самом деле мне сейчас дико повезло, можно сказать. Нет. Вау, я не сдох. Да, чувак, чуваки, вы, блин, сколько их там, интересно. Вот такая вот миссия крутая. Да. Отлично, убил как можно больше сразу же. Мне кажется, правильная тактика. Да что ж такое, издевательство? Да! Ах ты ж! Да, все-таки поставили меня на колени. Да, да. Как бы мы жестко не отпирались, нас все равно ударят со спины. Мы опять в плену. Да. Ладно. Тем не менее, в рамках данной миссии мы успешно справились. Что ж. Да. В следующей миссии. Всем пока.